Я такой деловой тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц. Просто серфер, смурф-серфер, тыц-тыц-тыц. Всем привет-привет, ребятушки, привет-привет, мои хорошие. Ребята, вы знаете, куда я собрался? Я собрался на море. Представляете? На море. И знаете, куда я сейчас еду? Не поверите, я еду покупать себе круг, бассейн и, может быть, еще мячик, а может быть, еще жилет. В общем, еду покупать себе все, что мне может понадобиться на море. Так, ну все, ребятки, я приехал. Папа, давай доставай меня, мне уже не терпится скорее готовиться к морю. Так, папа, пошли скорее, пошли, я тороплюсь, скорее. Что ты там плетешься? Так, папа, быстрее, быстрее, тележечку, быстрее. А вообще, ребята, я какой-то шопоголик стал, смотрю. То за конфетами, то еще за чем-то. Сейчас по кругами иду. О, поехали, папа. Папа, что-то я не понял. Что это ты меня в строительный магазин какой-то привез? Тут не только строительный магазин. Здесь еще продают товары. Называется зона отдыха и развлечения. Так что пошли дальше, найдем и посмотришь. Да, ну пошли, ладно. Папа, ты приехал. А я думал, куда ты меня привез? Ух ты, что это такое, пап? Это что-то для плавания, моторчик? А это сачок? Лягушек ловить или рыбу? Папа, 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 короче, мне надо круг, мне, братикам. И может быть жилет какой-нибудь спасательный. Может еще мяч какой-нибудь, пошли. А это тоже пригодится, хватай. Мелки еще можно взять. Бери. И вот эту мороженку. Она вкусненькая? Это несъедобное, Федор. Это мыльные пузыри. Но если хочешь, бери, складывай в корзинку. Нет, папа, мы приехали за кругами. Пошли по делу. Все, кладем это все, оставляем здесь. О, папа, я нашел жилетик, смотри. О, отлично, спасательный жилет. Так, что тут у нас еще есть? Мячик возьму надувной. Отлично. Так, что тут еще? Еще один мячик возьму. Так, вот такой еще жилетик возьму. Возьму два. Дома померю, какой мне лучше по размеру подходит. Возьму обязательно. Еще бассейн мне нужен. Да-да-да, бассейн. Отлично. Папа, а нам же круг надо взять? Мне и братикам? Или братики умеют мои плавать? Ребята, как вы думаете? Наши мальчишки умеют плавать. Они же ходят на плавание. Им круги не нужны. Папа, если им круги не нужны, значит им нужна маска, ласты и очки. Да, пошли лучше ласты посмотрим. Пошли. Так, круг себе взял, жилеточку взял. Я потом дома примерю, покажу вам. Сейчас ласты надо посмотреть мальчишкам, братикам моим. Так, куча очков для плавания. О, папа, вижу, вижу, смотри, сколько масок разных. Давай, давай, смотри, подъезжай, паркуйся, молодец, папа. Так, папа, смотри, сколько тут всего. Маска с трубкой, возьмем такую братиком? Ну, давай возьмем. Ну, значит, бери две, их же двое у нас. Бери еще одну. Так, очки не нужны. Так, папа, посмотри, а ласты, там есть ласты? О, ласты, вижу, вижу, смотри, какие интересные. Так, а ласты, видишь, и с трубкой? И с маской сразу. Давай мы вот эти вот выложим и возьмем сразу с ластами наборы. А давай все берем. Давай, папа, всего наберем, пускай дома выбирает. У меня нет с собой столько денежки. За это за все надо будет на кассе заплатить, чтобы взять домой померить. Хорошо, я все понял, папа. Значит, берем вот это и все то, что я взял в корзинку. Все, пошли на кассу. Папа, ну обязательно надо взять сачок. Я буду ловить рыбу. Я же рыболов, как мой дед Боря. А если не получится словить рыбку, буду ловить бабочек на берегу. Да, я буду бабочколовом. Вот, сачок, клади его в корзинку. Отлично. Теперь точно пошли. Все, все купил. Еще даже купил себе вкусняшку. Сейчас поеду домой и все буду примерять. И вам тоже покажу. Побежали со мной. Итак, мой первый выход. Смотрите. Это я красавчик в купальнике и с новым мячиком. Ура! Как я вам, ребята? Второй мой выход. Я красавчик с кругом. Смотрите, зелененький круг. Какой красивый. Вот такой вот у меня жилетик. Видите, голубенький, маленький. Как вам? Мне кажется, ничего, красивенький такой. Сейчас еще желтенький померяю. А вот этот желтенький какой-то большой жилетик. Хорошо, что взял два. А то в этом я просто тону. Все-таки буду в том маленьком ходить. Он лучше гораздо. Этот какой-то большой. Так, и вот такой у меня еще круг есть. Желтый. Видите, какой? Вот думаю, какой взять. Наверное, возьму все. Ну что, ребята, как вам понравились мои круги и жилетики? Всем привет, ребятушки. Вы на канале Федор и Эмбера. Ребята, знаете, куда я еду? Сейчас я вам покажу. Вы угадали, ребятушки, я еду за границу. Папа с мамой взяли меня с собой, а братики с сестричкой попросили, чтобы я купил им, знаете что?
вкусненького чего-нибудь, сладости каких-нибудь интересненьких. Они же у меня, знаете, какие сладкоежки? Ой-ой-ой, едят и едят сладости постоянно. Вот я и еду за сладостями. Я вам обязательно покажу, что я им буду покупать. Возьму вас с собой в магазин. А вы любите сладкое? Ставьте лайкосики, кто любит сладкое. Я пока не очень люблю сладкое, больше люблю мясо. Смотрите, как я умею рулить. Радио погромче. Так, погромче, кондиционер включу. И поеду тут сам. Ага, я такой, как взрослый. Вот так, вот так, вот какой я водила. Видали? Не, а вы что? Еду, 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 еду. Пи-пип, пи-пип. Во какой я деловой еду. У папы на руках повыше будет лучше видно. Папа, ты там переключай передачи, а я буду рулить. Хорошо, Федор Сергеевич, давай, рули. Главное, на дорогу смотри. Еду, еду, еду. Папа, переключай. Еду, еду, еду. Пап, мне кажется, мы стоим. В магазин. Бегу, бегу быстренько. Видите, как быстренько бегу? Пап, берем тележку побольше. Я хочу много конфет набрать. Да, вот это подойдет. Так, вот эти возьму. Одну пачку. Еще возьму одну. Готово. Так, большущую возьму. Их же у меня много. О, какая тяжелая. Ой-ой-ой. Вот я молодец. Вот эту еще возьму. Так, папа, пошли дальше. Так, вот эту конфетку еще возьму. Печеньки возьму. Так, еще печеньки возьму. Эти вкусненькие, я знаю. Они мне говорили. Отлично. Что еще тут есть вкусненького? Как тут много вкусненького. Все берем моим братикам. Вот это берем. Так, чтобы еще взять. Так, люди, помогите. Ставьте лайки, ребятушки, ставьте. Сейчас я еще что-нибудь возьму. Так, вот такое беру. Что же еще взять? Пойду еще дальше. О, сколько шоколадок. Это все для моих братиков. Вот эту возьму. Вот эту возьму. Отлично. Вот эту возьму. Две. Ай, да я молодец. Так, возьму марципанчик для мамы. Ох, я и набрал всего целую кучу. Пойду еще посмотрю что-нибудь. О, сколько игрушечек маленьких. Может быть, еще им игрушечки взять? А хотя зачем им игрушечки, себе возьму? Они у меня уже взрослые. Возьму себе эту красивенькую зебру. Хорошенькая. Ух ты, сколько тут мячей. Братикам мячики возьму. Они же у меня футболисты. Раз. Два. Ох, и набрал всего. Так, чтобы им еще купить. Пойду чаек посмотрю какой-нибудь. Алло. Ребята, подскажите, чтобы мне им еще купить. Может быть, медика какого-нибудь вкусненького? Я уже растерялся. Жалко, что их со мной нету. Они бы сразу сказали, что купить. О, пудинги. Откройте мне кто-нибудь витрину. Они так просили пудинги. Спасибо. Ой, беру, беру. Все беру. Скорее беру, а то замерзну. Вот эти они очень любят. И я тоже люблю шоколадные. Еще беру. Беру, беру. Их же у меня много, этих братиков. И сестричка. И, пожалуй, хватит. И капучинку возьму. Очень нравится мне здесь все. Ладно, ребята, все. Всем пока-пока. Вы были на канале Федором и Эмбером. Я тут еще посижу, побалдею. Подписывайтесь, ставьте лайки, много лайков. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Пока-пока. Всем привет, ребята. Вы на канале Эмбером и Федором. Ребята, знаете, что я делаю? Я решил принять ванну. Мама! Да? А что, удобная такая ванна? Хорошая, белая, новая. Очень мне нравится. Так. Сейчас еще одну ванну приму. Так, вот это мне тоже нравится. Отлично. Это даже побольше будет. Ой, какая красивая ванна. Так, пойду еще одну приму ванну. Ой, смотрите, а это вообще какая классная ванна. Вот это мне даже больше нравится. Ой, какая удобная. Так, вот это мне вообще нравится. Наверное, тут я и останусь принимать эту ванну. О, кругленькая. Ух ты. О, вот это, 100% это. Все, ребятушки, вы...